Всем привет, я Таня Лукина, расскажу вам о погоде на четверг, 24 декабря. В четверг на территории Кировской области пройдет без осадков, только в некоторых районах будет небольшой снег. В Лузе минус 8, в Кирсе, Яранске и Вятских Полянах до минус 13, в Нолинске минус 15 градусов. В Кирове в четверг возможен небольшой снег. Днем минус 5, ночью минус 10. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Влажность будет составлять 84%. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Магнитное поле слабо возмущенное. Световой день будет длиться 6 часов 18 минут. Луна растущая. Это был прогноз погоды на четверг, 24 декабря. Пока!